18 ноября в Институте социально-философских наук и массовых коммуникаций прошла ежегодная международная научная практическая конференция по философии «Четвертый Садыковские чтения». Конференция носит имя заслуженного профессора Казанского федерального университета, доктора философских наук Марата Борисовича Садыкова. Он стоял у истоков философского образования в Казанском университете, был основателем отделения философии, на базе которого сформировался философский факультет КФУ. Четвертое Садыковские чтения – значимое событие для Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. Серия конференций обозначает этап становления Казанской школы социальной философии, основание которой неразрывно связано с педагогической и научной деятельностью Марата Садыкова. На этот раз участники обсуждают широкий круг вопросов интерпретации самых разных явлений и процессов в современной общественной жизни, исторической реальности и сложности познания этих феноменов. Человек, общество, история познания, конфликт интерпретаций. То есть мы хотели обратить внимание на то, как по-разному трактуются вот эти вещи в современной гуманитаристике. И еще есть один узел интересный. Конференция проводится фактически уже в год столетия Великой Октябрьской социалистической революции. Четвертые Садыковские чтения посетили гости из Нижнего Новгорода, также из Самары. Я от самарских коллег слышала неоднократно о том, что вот есть такое интересное мероприятие, да, уже ставшее ежегодным. Ну и поскольку по ощущению в последнее время немножко так сужается пространство для интеллектуального общения в России, любые площадки, где есть интеллектуальная жизнь, где есть возможность встречаться, в широком кругу обсуждать те или иные вопросы, свободно, да, прямо, вот это всегда кажется очень важным, хочется принять участие. Елизавета Евтефеева, Руслан Уразаев, Универньюз.